Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на просторах Крымской саванны. И посмотрите, все-таки как Олег Алексеевич угадал с этой скалой славы. Львы буквально уже не слазят с нее. Посмотрите, как красиво, гармонично они на ней смотрятся. Буквально сливаются по цвету с этой горой. И очень здорово. Вожак тоже облюбовал скалу славы. Ну, понятное дело, как, если не вожак, должен быть на вершине этой скалы. Вернее, кто, если не вожак? Ну, разве что, как Олег Алексеевич, когда презентовал эту скалу, говорил, что он будет заходить. И тоже, по мере возможности, записывать там видео. На этой скале он тогда записал знаменитое видео с юристкой парка Львов Тайган Ириной, которая выиграла много последних дел. Так что, друзья, эта скала уже все быстро вписалась в ландшафт Крымской саванны и теперь радует своим видом и посетителей, и львов. Так, ну что же у нас происходит здесь, рядом со скалой славы? Ну, как обычно, друзья, наш влюбленный товарищ улегся, и рядом с этим вольером буквально он от него не отходит. Вот такие бывают чувства. Но понятное дело, что Казанове это не нравится. Вот он рычит. И хотя тот лев молодой спит, он буквально вот преградил львице. Его уже ревность мучит, этого старого ловеласа. Ну давайте, друзья, подойдем поближе, чтобы нам было с вами лучше видно. Полюбуемся на красавца Казанову и на его шикарных львиц. Вот тоже здесь небольшая такая скала, но посмотрите, как ее облюбовали львицы. Казанова как-то к ней прохладен, не часто туда забирается, а вот львицам она очень даже понравилась. Вот Казанова порыкивает, скажет: мой вольер, даже не подходите близко. Да. Вот так вот, друзья, что люди, что львы быстро к хорошему привыкают и хотят еще больше. Казанове уже мало, что он здесь единоличный лев, вожак прайда. Его уже раздражает, что даже близко подходят молодые красавцы к его территории. В этом году хорошо. Вроде бы в этом вольере немало львов, но обратите внимание, друзья, какая замечательная сочная трава. Хотя уже лето, в Крыму зачастую в июне уже трава сохнет. А в этом году дождей много, и травка очень сочная, ее много. Вот, проснулись красотки.
проснулись и Казанове улыбнулись. Что ж, друзья, всем большой привет от замечательных львов парка Львов Тайган и лично от Казановы.